На площадке у социального центра доверия в деревне Алмазово сегодня многолюдно. Сотрудники щелковских компаний «Газпром космические системы» и «Газпром СПКА» проводят здесь добрую и полезную акцию, уже далеко не первую. Семейный центр помощи семье и детям доверия является подшефным для компании «Газпром космические системы». «Газпромовцы» много помогают учреждению, в частности, уже в пятый раз проводят весенний субботник. Когда-то привезли вот эти теплицы, в которых дети учатся выращивать огурцы и помидоры. В прошлом году посадили более 20 плодовых деревьев. В этот раз тоже привезли саженцы яблонь, смородины, можжевельника, многолетнюю цветочную рассаду. Они каждый год приезжают и помогают и с уборкой, и с посадкой, привозят нам инвентарь, ну и с детьми общаются. Сегодня дети, да, вместе сейчас с «Газпромовцами» будут участвовать в этом субботнике. Сегодня в Алмазовском социальном учреждении проживают 16 воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. Младшие учатся в коррекционной школе номер 5 в Щелкове, старшие в Щелковском колледже. Вот эту яблоньку студенты посвятили ветеранам Великой Отечественной войны. Персонал доверия тоже принял участие в весенних работах. Мужчины взяли на себя наиболее тяжелую их часть. Неподалеку есть пруд, там водится рыба, живут утки, и чтобы он оставался украшением территории, порядок нужно поддерживать постоянно. Собирать ветки, пилить сухие деревья. Сейчас часть людей пошли туда на пруд, сухостой этот убирать, потому что очень много веток, мы находимся в лесу. Субботник на территории семейного социального центра доверия не рядовой. Он проводится, во-первых, в рамках общероссийского субботника, во-вторых, всероссийской же экологической акции, в которой участвуют все дочерние предприятия ПАО «Газпром». Здесь мы сегодня вместе с детьми, с сотрудниками этого учреждения участвуем в экологической акции «Зеленая весна», которую организует неправительственный фонд имени Вернадского с 2014 года. Это очень масштабная акция. Сейчас в этом году в ней уже принимает участие больше 1 000 000 человек. Мы, конечно, не могли пройти мимо и решили принять участие, и тем более привлечь деток. Социализировать непростых ребят, приучить к труду, воспитать в них правильное отношение к природе. Эту миссию сотрудников Центра помощи семье и детям доверия с удовольствием поддерживают компании «Газпром космические системы» и «Газпром СПКА». Когда-то, еще в 2015 году, обратили внимание на это учреждение, искали по району, мы сами находимся в Щелковском районе, компания зарегистрирована, находится, и хотели найти такое учреждение, где бы мы нужны были, где мы были бы полезны. Воспитанники доверия немного устали от полезного труда, но его результатами остались довольны и пообещали поддерживать порядок и ухаживать за растениями в своем добром доме. Ирина Микеда, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.